Олег, ты что, ужин приготовил? Ну да, я же целый день дома, так что считай, что мы поменялись ролями. Вот, я теперь понимаю, что ты каждый раз чувствуешь, когда приходишь домой, и тебя ждет ужин. А ты чего разуваешься? А? На вот, мусор вынеси. Посешно. А, и вот денежка. Забеги в магазин, я батон забыл купить. А вообще? И еще. Ковер. Выбей, пожалуйста. Олег, и квитанция. За квартиру. Там до 6, так что ты успеешь. Вот теперь ты действительно знаешь, что я чувствую каждый раз в этот момент. Давай быстрее, остывай.